торговая платформа Stocks.exchange выпустила основанный на эфириуме ERC-20 токен-контракт с функцией выплаты дивидендов. Как сообщает твиттер компании Stocks.exchange, этот токен-контракт с функцией выплаты дивидендов работает как NXT. ERC-20 является популярным стандартом эфириума для управления токенами. ERC-20 токены легко обменивать, и они могут сразу работать с DApps. Напомним, что Stocks.exchange – платформа, которая позволяет торговать активами вашей компании за криптовалюты, в настоящее время выплачивает дивиденды за июнь 2017 года.